Здравствуйте, меня зовут Анна. Я вообще-то москвичка, но я 20 лет своей жизни прожила вне не только Москвы, но и вообще своей страны. Хотя никогда не думала, что я окажусь вне рамок своей страны. Вот. Ужасно любила всегда Россию, считала, что это единственная страна, с которой когда буду, ну, буду всю жизнь жить. Вот. Но судьба так распорядилась. Я очень долго жила за границей. И у меня появилась возможность понаблюдать собственную страну со стороны. Не только страну, но и сравнить людей. Вот. И путь вот к этому, в частности, курсу, в принципе, достаточно естественный. Потому что, как бы наблюдая со стороны, я вот собирала по крупицам, а чем же мы другие? В чем разница? А разница чувствовалась постоянно. Вот. Я преподавала за границей в детском садике. У меня были дети всевозможных национальностей. Вот. И у меня была возможность сравнить, опять-таки, наших русских детишек и других всех иностранных детишек. И опять разница огромная. Причем у меня были детишки не только русские, но и из бывшего Советского Союза, и из Таджикистана у меня были, и из Узбекистана. Вот. А все равно отпечаток русской культуры на них проявлялся очень достаточно четко. Вот. Плюс я как бы наблюдала за преподавателями, потому что тоже, опять-таки, круг преподавателей был международный. И опять русские все время как-то выделялись. Они какие-то были вот другие. Вот. И потом я подписалась ВКонтакте на разные странички, там «Русь пробужденная», на Сундакова, на Иван Царевич, у нас есть такой вот замечательный молодой человек. Вот, я все это тоже наблюдала, смотрела. И особенно меня зацепил Сундаков с его русской школы русского языка, потому что я преподавала на английском, английский же. И опять чувствую, что-то тут у нас вот другое не так. И преподавать даже вот по-другому наш язык нужно, не так, как английский. Хотя даже преподавая английский, попыталась внедрить наш способ преподавания языка и поняла, что он тоже работает лучше даже с английским же. Вот. И ну вот так вот потихонечку, по крупиночкам, так сказать, по дорожке, по пути, потом опять по дорожке, потом опять по пути, я пришла к Ясне, ну вот к этому курсу. А даже не могу сказать, что я прям вот в шоке и что-то узнала новое. Скорее, я поняла, что я подсознательно чувствовала. Вот. И оно как-то вот так вот, ну да, действительно, это вот оно, вот что я чувствовала, другое это в нас и в нашем языке, и в наших людях. Вот оно здесь вот разложено по полочкам. Вот. Ну, я надеюсь, что в дальнейшем мне это поможет вот уже не подсознательно, а как бы осознанно рассматривать случаи в моей жизни, какие-то вот вопросы возникающие, уже иметь такую схему, по которой я могла бы вот действительно разложить по полочкам и понимать, как оно все работает, и где что недостающее, куда что вставить, где добавить. В общем, я очень рада, что я сюда попала. Вот, и хотела бы даже продолжить как бы дальнейшее сотрудничество. Ну, может быть, не знаю, чем я могу быть полезна, но знания я здесь, я чувствую, что я буду подчерпывать дальше больше и больше. Спасибо.